Уважаемые дамы и господа, мы очень рады приветствовать вас здесь и поздравить с такими замечательными двумя событиями. Это, во-первых, День строителя. Да, раз. Ну и Олимпиаду, я считаю, мы не должны обойти стороной. Друзья, кто сегодня занимался спортом, так сказать, Олимпиада непосредственно? Ага. А кто победил? Ага. Они же. Вот здорово. Друзья, у нас есть победитель по чечетке. Буквально 3 секунды вы застанете это действо во время девушек фабричных. Веселимся! Чемпионат отдыхаем. Мира по чечетке. Да, ну, кстати, можно еще сделать большой хоровод. Крутится земля вокруг своей.
Да, я люблю, но замуж не пойду. Слышишь, Саня, солнце. Я немножко полетать, погулять, очень высокой. Ухажер, массажер, ни к чему ухажер. И на душе должен быть только позитив, не мажор. А страдания, переживания — это лишний стресс. И если что-то есть по делу, просто смс-очку. Ладно, и все, спасибо. Пашка, солнце. Я тебя люблю, но замуж не пойду. Слышишь, Пашка, солнце. Я тебе потом перезвоню. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Присоединяйтесь к паровозику замечательно. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Зацелую и скажу нежно-нежно.
под шатром, мы тоже вас слышим. Пожалуйста, нам помогайте, нам очень важна ваша помощь. Может, Ира, не ходи туда. А то вдруг снег в башка попадет. Зажигают огоньки, озорные светлячки. А у реки волны быстрые, легки. Да и травы высоки. А у реки губы милого сладки, и глаза как васильки. Только ночки коротки. Отпусти меня, грусть случайная. Полюбила я, пропадаю я. Отпусти меня, сердцу не мешай, счастье девичьего дай, дай, дай. Отпусти меня, сердце далью, полюбила я, пропадаю я. Солнце ясное, рано не вставай, с миленьким побыть, дай, дай, дай. И сейчас все вместе, дай, дай, дай. Можем громче, дай, дай, дай. И еще. Молодцы! Зажигают огоньки, озорные светлячки. У соседок язычки и глаза, как пятаки. Мамка, двери на замки, батька, больно не лупи. А в светлице потолки мне без милого низки. Слезы льются так горьки. Отпусти меня, грусть случайная, полюбила я, пропадаю я. Отпусти меня, сердцу не мешай, счастье девичьего дай, дай, дай. Отпусти меня, стежкой далью, полюбила я, пропадаю я. Солнце ясное, рано не вставай, с миленьким побыть, дай, дай, дай. Дай, дай. Что-то вас не слышно. А как там в шатре? Вы просто супер! Активнее, активнее! Отпусти меня, стежкой далью, полюбила я, пропадаю я, солнце ясное, рано не вставай, с миленьким побыть, дай, дай, дай. А мы пока пойдем. Девица в белую птицу. Алюли, моя люли, небесинь.
где-то в небе чайка плачет. Сидит на пирсе паренек, сидит с девчонкой и рыбачит. А ей не надо ничего, немного моря и его улыбку. А тут, блин, как назло клюет и тянет парень золотую рыбку. Море синее, море южном, рыбка, рыбка непростая, исполняет все желания, вот такая золотая. Стоим, а то замерзнем. Молодцы! Спасибо огромное. Вы знаете, мы знаем, извините за вторую, такую вещь замечательную, что у Петра Карнаухова сегодня день рождения. Хотелось бы его увидеть и пригласить на сцену лично поздравить. Петр, отзовитесь, он идите к нам. Гром в эту честь. И грянул гром, и вышел Петр. Слушайте, вам повезло, вы лев по знаку зодиака. Очень приятно. А Ирина у нас очень хорошо разбирается в гороскопах. Ира уже составила прогноз астрологический, уже Ира составила, а попозже вам расскажу. Потом зайдете за сцену, она вам и по руке почитает. И по кофе тоже погадает. Мы хотим вас поздравить от всей души с вашим замечательным днем рождения. Пожелать успеха, процветания, здоровья, любви, счастья, всего-всего. Детей, жену, если нет. Уже есть, может быть? Я не знаю. Здравствуйте. А прямо сегодня день рождения, да? Круто. Одно из желаний уже пришло. Так. Я рад поздравить Петра. Это заместитель генерального директора компании «Застройщика». Похлопаем, друзья, поаплодируем. Настоящий семьянин. Дарим ему средства связи. И сейчас я продиктую телефон. Все уважаемые жители поселка могут и по нему звонить. Звоните, обращаться, да, по всем вопросам. Ну а следующая песня для вас всех. И Петр, конечно же, для вас, если есть желание, оставайтесь на сцене и станцуйте с нами вместе. Твист! Эй! Петр! Оставайтесь, давай! Ну хотя бы ребенка оставь! Сережа! Саша, громко у меня в ухе! Давай, давай! Everybody dance now! Молодцы! Как у матушки моей было 8 дочерей. Не виноватая, не виноватая, все говорят, любовь нагрянет, друг негаданная. Не виноватая, не виноватая, все говорят, любовь нагрянет, друг негаданная. Тамары ухажер, девке повезло, знаменитый дирижер, точно повезло. У Олеси есть нефтяник, ничего себе. Больше ничего. А тому ли я дала обещание любить? Мама, ну не виноватая я, не виноватая я. Все говорят, любовь, любовь, проверка, это она. Не виноватая я, не виноватая я. Уж если кто и виноват, то виноват. А мой такой мог бы стать поэтом. Лучше всех на свете он поет песни про любовь. У Оксаны жениха, мамочки мои, появился олигарх, девочки, держись. У Марини отлетали звери секси-бой, старый стрёмный итальянец. Пусть у всех у нас всегда будет только по любви! Мама, ну не виновата!
Светланы драматург, драматург, драматург. У Олеси есть нефтяник, нефтяник, нефтяник. Есть продюсер у Татьяны. У Оксаны олигарх, олигарх, олигарх. Спасибо вам огромное, нам у вас очень понравилось. Еще раз с Днем строителей, с вашей замечательной Олимпиадой! А сейчас я бы хотел представить вам, мы же будем часто принимать гостей, да, у себя дома в Суханово? Ну-ка, будем часто принимать гостей? Очень часто! Как вас зовут? Владимир. Ну, с именем Владимир, естественно, нужно часто принимать гостей. Ну что же, дорогие друзья, сейчас у нас еще одни гости. Лауреат международных и российских премий, конкурсов. Студия «Караван Сарай» под управлением заслуженного артиста Республики Башкортостан Вильдара Ярулина. Ваши аплодисменты, встречайте! С праздником вас! От всей души мы поздравляем студию «Караван Сарай» и дарим свою песню «Байрам». С праздником! Мы с вами! Веселей! Все-таки праздник сегодня. Профессиональный праздник строителей. Нур сәсін, әйтерхін қарай сәсін таң атқанда. Күлдәрін аса күлдәр, сәләмләй яңғы күнді хандуғастар. Гүл сәскәләргә қуынып, умартаға құтйыя бау құрттары. Байрамда қымыдысып, дүрмәрді күкіз тұя қалықтары. Табынды ямлей якын дуттар, ерға қошыла қыштар. Бүгін байрам, бүгін байрам, иледізді ұлы байрам. Бүгін байрам, бүгін байрам, бүгін байрам, бүгін байрам, иледізді ұлы байрам. Бейеттәндер әл кетіп бұрай маңы. Үл еріндә бәқітлі, ұзар құштай ирекле тұлған қалқын. Урал таудан күз алып, кәуір таштай нұрланып, кейін Гүрбістан. Тирәй аққа ән беріп, яшәйін күкрәк киріп, Башқұрдыстан. Табынды ямлей якын дуттар, ерға қошыла қыштар. Бүгін байрам, бүгін байрам, иледізді ұлы байрам. Бүгін байрам, бүгін байрам,
Бүгін байрам, бүгін байрам, илебезде ұлы байрам. Давай, давай! Бүгін байрам, бүгін байрам, илебезде ұлы байрам. Бүгін байрам, бүгін байрам, бүгін байрам, бүгін байрам, илебезде ұлы байрам. Суханова паркында ұлы байрам. Судья «Караван-сарай», искренне поздравляем нашего уважаемого, дорогого земляка Марат Револевич с профессиональным праздником вас, Днем Строителя, семейного счастья. Всех благ вам, Марат Револевич. Дарим вам свою песню «Свети мой Башкортостан». Широко раскинув крылья, кружит в небе беркут птица. Его гордость, его сила мне наполнит сердце, душу. Далеко в лесах зеленых на ветру пура играет, а коснется рук джигита, а коснется губ джигита, вот тогда ты только слушай, слушай, слушай. Песни звонкою лети, мой Башкортостан, края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад свети, мой Башкортостан. Свети, мой край родной, свети. В чистом поле скачут кони, под копытом стонет поле. Прошлого предания ветры нам поют, чтоб не забыли, не забыли. И суровые, как скалы, мудро смотрят аксакалы. Льется голос минарета, то былых времен заветы, сквозь века предания были, были, были. Песни звонкою лети, мой Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад свети, мой Башкортостан. Свети, мой край родной, цвети. Башкортостан, края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад свети, мой Башкортостан. Свети, мой край родной, цвети. Песни звонкою лети, мой Башкортостан.
Башкортостан. Края краще не найти, мой Башкортостан. Как весенний зацвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной.